Ох, всем привет, ребята. Сегодня, так, надо взять кровать, а то уже ночь. И сегодня нубы и читеры посадили меня в клетку, как я. И один из этих читер 777, это Артемон. Может быть, он все-таки выпустит меня отсюда. Артемон, выпусти меня, пожалуйста. Не выпущу. Почему? Потому что... Ладно, выпусти. Что я такого плохого сделал? Выпущу, когда вернешь скин. Окей, сейчас верну скин. Так, вот я на аккаунте этого Артемона. Надо ему скин вернуть. Сейчас ему вернем скин, и он будет не против. Все, вернул скин. Ха, ты вернул мне скин. Ладно, освобождай. О, спасибо, Артемон. Так, что у нас тут? Ну так, я выхожу. Так, вода, и там вода. Надо через это пройти, ребята. Кажись, какая-то из этих вод это настоящая какая-то фальшивая читерская. Ну, я добыл кровать. А, я что, не могу ее поставить? Ну, блин. Какая же из этой фальшивая. Ну что, давайте всю воду перепрыгнем. Но это в два блока. Ну, что-то мне кажется, что это читерская. Давайте эту перепрыгнем, а на ту попадемся. Но если мы попадемся, то мы навсегда останемся в клетке. Ну, вроде проверки. Ух, я прыгну. И теперь прыгаем прямо в воду. Давайте. Ух, это настоящее, да, я угадал. Так, теперь что будем? Испытание читеров или нубасов? Давайте сначала нубиков. Легкое задание. Нубики всегда путают воду с лавой. Так. Опа. Хоппа. Оп. Хоппа. Хоп, хоп. Но я ж еще могу назад это испытание пройти еще одним способом. Хоппа. Хоп. 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 Все. Так, следующее испытание. Артемон, дай мне лук. Хорошо. Так, давайте. У нас три попытки, и если нам что-нибудь хорошее попадется, то это все хорошо. Артемон будет говорить, что нам попалось. Еще одна подпытка. О, еще одна подпытка, окей. Так. Посадить нубов в клетку. О, посадить нубов в клетку, это круто. И еще, куда целимся, мне кажется. Вот сюда. Два стакана алмазов. Круто! Как вы видите, вот один стакан алмазов, другой изумрудов. И последний выстрел. Выход! Это выход! Убегаю от читеров и нубов! Пока! Пока, Артемон! Пока, нубы! Пока, нубы! Прощай, Артемон, валим отсюда, ребят. Короче, с вами был я. Меня зовут Назар. Всем удачи, всем пока-пока.